старую свою песню. Ну, большие любители, знатоки моего творчества, ее знают, наверное. Но я ее пел очень-очень редко. У нее история долгая. В студенческом своем возрасте, или в раннем врачебном, я уже не помню, где-то в конце студенчества и ранней медицины, я очень увлекся стихами Кирсанова Семена, замечательного советского русского поэта. Блестящий поэт, замечательный волшебник рифмы. Я его лично для себя ставлю на уровне Маяковского, вот в умении владеть рифмой, стихом. И я набрел на одно стихотворение в сборнике Кирсанова «Зеркала», на которое написал музыку. Это стихотворение 1960 года. То есть еще даже Карибского кризиса не было. И я его написал в «Аргонавтах», мы его пели пару-тройку раз, наверное. И потом оно как-то у меня забылось, и я помню, спел его Володе Мулявину, с которым очень дружил, с песнярами. Володя очень завелся, хотел сделать его, это произведение, но не получилось, он ушел из жизни рано. Как раз в то время и не получилось. И я эту песню пел несколько раз, но она была одной из. Сегодня она для меня, к сожалению, огромным смыслом обладает. Если б я мог, я бы ее, может, и перевел бы на разные языки. Это можно сделать, конечно, чтобы люди слушали это стихотворение, чтобы они въезжали в то, что может случиться. Это и так все знают, но в этой песне так красиво об этом сказано. Так красиво и так жутко. Сегодня это очень нужная песня, как мне кажется, потому что слишком легко сегодня об этом говорят. А надо бы призадуматься. Мы с тобой жили, где в лучах солнца облака плыли и дожди лили. Где стоял воздух голубой и горный в ледяных звездах, где свели ветви, где птенцы жили в травяных гнездах. На земном шаре, под одним небом, мы с тобой были, переделясь хлебом, из одной чашки мы с тобой пили. Помнишь день мрака, когда гул взрыва расколол счастье чернотой трещин? Жизнь на два мира, мир на две части. Разделили стены, что росли рядом грозовым небом. Вот плывут рядом две большие глыбы, исходя паром, и о
Спасибо! С Днем Победы вам!